В международном турнире памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева примут участие около 200 борцов из 13 стран мира. Многие из них уже приехали в Якутск. Юниорская сборная команда России под руководством Петра Юмшанова заявлена в составе 40 человек. Флаг Республики Саха-Якутия будут защищать 57 борцов. Среди них чемпионы первенств мира и Европы, братья Копыловы, Максим Заморщиков, Петр Константинов и другие. Впрочем, почти в каждой команде будут чемпионы и призеры первенств мира, Европы и Азии. Предварительные схватки смотрите на нашем сайте, а финальные на канале НВК Саха в прямом эфире. Хороший турнир. В прошлом году занял тут 3-е место. Все приезжают, слабых нет. На каждую схватку приходится настраивать полностью, выложиться до конца. Чувствую хорошо. Осталось несколько килограмм вес согнать. Все так, состояние хорошее. Тренировался хорошо перед соревнованиями, готовился. Месяц сборов сделали, готовились именно на этот турнир.